Привет, любители пауков и насекомых! В новом году продолжаю рассказывать про старых пауков. В этом ролике будут одни пацаны. Один из них прямо перед вами. Это Птеринохилус муринус. Адультный самец. И он еще ого-го. Точное число, когда он вышел в адульт, я не помню, но это был конец июля или начало августа. Уже примерно 7 месяцев он в адульте, полувозрелый. И казалось бы, уже пора его списывать со счетов, но он оказался мужчина хоть куда в полном расцвете сил. Стал чаще выходить из своего укрытия. Наконец-то начал плести и сделал себе такую паутину, как в фильмах ужасов. Мне очень нравится эта паутина. Ну и самое главное, он начал есть. Если он ест, я буду снимать, как он ест. Одну линьку до адульта и... Некоторое время после того, как он уже перелинял, практически никакой активности не было. И я потихоньку начал разочаровываться в этом пауке. Он такой красивый, но его так редко видно. И мы с ним так мало побыли. И поэтому мои брахи, самцы и пацаны, Тлилтокатли альбопилососы. Кстати, с сотой попытки получается произнести правильно. Ну так вот, живут они в таких слегка спартанских условиях, но это не значит, что я морю их голодом, видите, они такие довольно толстенькие, и вот сверчками я их даже угощаю. Просто хочется, чтобы они подольше оставались молодыми и красивыми. И когда у них появится новый хозяин, эй, Саратов, берите пауков, они его будут долго радовать. Ну еще немножко кормежки муринуса, сейчас смотрите, будет обычная его скорость. И теперь замедленная в два раза. Во как хватает. Еще есть у него порох в пороховницах. Как говорит один дедок, стар да могуч, мал да вонюч. Классные все-таки пауки-муринусы. Очень интересно, вот сейчас за ним стало наблюдать. И в свете этих событий мне даже захотелось взять еще себе парочку мелких муринусов, но, к сожалению, не срослось. Ребята, как вам муринус? Хотели бы вы, чтобы я еще взял муринусов и снимал про них, может быть, даже описание паука бы я запилил? Немного подытожу, а то видео получилось как будто некролог похоронный, хотя все живы, все счастливы. Не стоит раньше времени расстраиваться, как я, то, что у вас самец, адультный самец. Самцы еще тоже не так мало живут, даже год или полгода это не так мало времени. Еще можно успеть наглядеться на паука и распробовать его, так сказать. И в следующий раз, может быть, повезет и будет самка. Так что, ребята, ставим палец вверх, пишем комментарий, подписываемся на канал, все дела. Всем пока, ребята.